Значит, в прошлом видео я собирался возвращаться в Шарис. Я так и сделаю, потому что у меня полный отряд. Я, в общем-то, ехал сюда для того, чтобы нанять гвардейцев. Ну, кандидатов в гвардию по деревням. О, тут у нас телемсалы, телепалы. Они гонятся. А кто это? Стоп. А, Тахавель, это Вульдра. Махнир, телемсал. Телемсан. Что ж, пойдем попробуем разгромить. О, да тут вообще, тут движение такое, какие-то свады бегают. Прекрасно. Телемсал бежит от нас в замок Дерчиос и убежит, поэтому мы гнаться за ним не будем. А, все, спрятался. Клайс. У него есть один рыцарь, два сквайра. Мерчаут, у него четыре рыцаря. И мы ввяжемся в эту битву с Валишиным. Мерчаута с Валишиным. Обязательно ввяжемся. Поддержим Валишина. Будем атаковать противника. Да, конницу посадим верхом. Конных стрелков тоже верхом. Ну, стрелки, пехота, у нас нету сейчас стрелковой пехоты, поэтому пусть будут как хотят. Тяжелых стрелков тоже не будем строить, да некого там, 18 человек. Не мешало бы взять в плен, конечно, нескольких рыцарей. У него там их 4, хотя бы одного, и то было неплохо. Сержант, судейский рыцарь, глушил Эмиру. Эмира не слабенькая нынче. Зараза такая-то. Сам Мерчаут. Или как там? Наверное, Мерчаут. На. На, зараза. О, все. Есть один рыцарь. А, хорошо. Вот еще один там воюет. Да, свадийский рыцарь. Это свадийский рыцарь. Ничего не скажешь. Да, они там бегают сзади меня. Ляпают. Я с рыцарями, они тут меня своими этими поляксами молотят. Рыцари, рыцари. О, отлично. Еще ему, еще. Да, иди ты, пристал здесь. Мелочь кусатая. Все, рыцарь. Убить лизолитом. Твою мать, твоим лизолитом. Мне очень надо копье это самое. Ну где его взять? Это только ли у моих гвардейцев или у этих самых? Убили? Жасмин убила. Твою мать. Все, потеряли всех свадийских рыцарей. Мерчауда. Не, еще есть какой-то. Да, еще есть свадийский рыцарь. Убит шарой. Лучше бы я вас построил. Да. Ранено 2. Да. Что там у нас с Валишиным? Да ладно. Мерчаут. Да ладно. Гуляй, Мерчаут. Вот свадийский рыцарь один. Один свадийский рыцарь. Доступ. О, зато у нас есть что? У нас есть, значит... доспех. И у нас есть доспех с нагрудником. У нас есть три лошади бронированных. И это очень хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Значит, шапки эти мы, конечно, возьмем. Рукавицы возьмем. Меч возьмем. Это возьмем. Это возьмем. Заберем рыцарские копья. На остальное все. Ну, вот еще латные сапоги. Ну, вот еще дистригеры. Остальное все, короче, уже, да, на продажу. 15 из 18 на продажу. Все, и будем уходить. Уходить будем. Все-таки нам надо это самое продвинуться. Так, поговорим с рыцарем сразу. С свадийским рыцарем. Я ему даю 1000, и у меня будет уже 7 благородных гвардейцев. И это очень хорошо. Так, что у нас там с леди Тамарой? С леди Тамарой у нас, у ней, по-моему, еще только 10 силы. На твоих навыках, любимая, 10 силы у ней.
Ей надо еще чуть-чуть, и тогда мы дадим ей броню. Натали, поговорить с тобой о твоих навыках поговорим. Дадим ей ловкости 11 или не надо? Нет, дадим ей силы. Чем сбор трофеев, обучение и зоркость. Готово. Неважно. Поехали дальше. Мы едем в Вингард. Свады от нас никуда не убегут. А нам надо сделать кое-какие вещи, которые, значит, это самое. Так, некоторые бойцы готовы к повышению. Угу. Кандидаты, значит, это будет 6 охотники-сокрушители, мечники, арбалетчики, надсмотрщики. Вообще-то это не надо было все повышать, вегерские секирщики, оружеборцы. Это все повысится в этом самом. Так, поедем. Будем управлять гарнизоном, и здесь мы, короче, отдадим хирийского конного наемника, мы отдадим баши, мы сюда отдадим. Так, отсюда заберем разбойников, все вот этих, что мы оставляли, значит, заберем их в шарис. Мечник, арбалетчик, конный стрелок, всадник, все этих пока что всех оставляем здесь. Ну и кого мы здесь еще должны отдать? Свадийские всадники, вольные стрелки, хозяин каравана отдадим. Киргизский всадник, конный страж, нет. Наемный конный лучник, нет. Конный наемник, что у нас тут с конными, благородные, личные, тяжелые всадники? Кто тут у нас есть? Конный воин, людолов, блудница, гвардеец, благородный гвардеец, наемный. Нордский, вегирский наемный наемник, атаман баши, вегирский наемный стрелок, сарницкие пешие, вегирские, сарницкие меткие стрелки. А, ну мы отдали уже этих наемных конных лучников, мы не будем отдавать, пусть они ездят здесь с нами вместе. Да. Но этих пока что мы здесь оставим. Просто их некуда брать. Хотя их надо было взять, конечно. Ну и после этого мы едем, значит, в Шарис. В Шарис. Ага, Харрингтон разгромил Джейк. Харрингтон. Я помню тебя, Харрингтон. Ты мне не нравишься, Харрингтон. Я разграблю все, что тебе принадлежит, и тебя самого разграблю, Харрингтон. Вот что значит, когда деревня далеко. Ну и вообще, я на отшибе нахожусь всего вегирского княжества, поэтому здесь, короче, они мне не помощники, в общем-то. Вот, великий князь Яроглег потерпел поражение в битве, но смог сбежать. Грабят и все. Может там Дебайн сейчас под нападением, отлично. Сейчас мы там разберем всех, кто под нападением. Гигантская вражеская армия замечена около Дебайн. Гигантская. Ага. Так, будем управлять гарнизоном. Здесь мы отдадим всю и всех этих пленных, которые нам принесут, конечно, денежки. В конце концов, да? Угу. Ну посмотрим, что там гигантская армия, которая, наверное, меня сейчас все-таки достанет до печенок, и я все-таки начну уже сажать всех этих лордов в тюрьму. Хотя думаю, что не стоит. Так, и что мы здесь? Оружеборцев отдаем, копьеносцев отдаем, мечников отдаем, тяжелых арбалетчиков отдаем, надсмотрщиков отдаем, сокрушителей, гвардейцев дальнего круга. Охотников отдадим, стражника тоже отдадим, без разницы, кто из него выйдет. Арбалетчиков. Вольных стрелков отдадим, грабителя побережья тоже отдадим. Всадник вегиров всех отдадим. Свадийских легких всадников, свадийских всадников. Всадник.
конный стрелок, вегирский секирщик, вегирский ратник, хиргитский всадник, сараницкие дезертиры. Так, ну все, остальные все ребята, это которые... Так, что у нас тут с гвардейцами? С гвардейцами у нас тут, наверное, еще плохо. Не, вот есть гвардейцы личного круга. 11 человек. И мы их заберем. Так. Угу. Метки арбалетчики, свадийские тяжелые мечники. Норские охранники, хозяева, караванов. Так. Угу. Посмотрим. Уйти. Вещи. А что тут у нас вещи? Вещи можно продавать. Значит, так, на управляй. Не, на рыночную площадь. Торговец оружием. 35 тысяч у него. Ну, продадим ему вот это вот. То, что нам не надо. Ага. Так, назад. Вернуться назад, уйти. И, значит, здесь в лагере повозки с походным арсеналом мы будем дальше разбираться, что нам тут не надо. Мы, значит, эти ламеллярные перчатки отдадим. Булатный каленый трит. Отдадим. Ладный доспех. Щит садника Сраницкого отдадим. Нагрудник возьмем. Это тоже отдадим. Здесь мы, значит, лошадей. Лошадей. Угу. Ну, отдадим вот эти, наверное, шапки. Они не нужны. Так, насчет кувалды. Тоже, наверное, кузнечные молоты эти. Я их брал в свое время, чтобы попробовать. Теперь они мне, в общем-то, не нужны. Говядина тут есть. Я сейчас вместо вот это вот этих перчаток суну говядину сюда. Ну, что здесь еще есть у нас? Железные поножи. У нас водийский двухручный меч. В общем, так вот. Наверное, вот эти все шапки мы отдадим. Не нужны нам эти шапки. В общем, ну пусть будет, пусть будут эти шапки, господи, проблема. Инструменты тут, я не знаю. Так, ладно. Продолжить путешествие, отряд. И, значит, как всегда, мы или Дасону, или Айдену, скорее всего, Дасону. Имущество Дасоны. Здесь мы, значит, сделаем то же самое. Перчатки вот эти сбросим. Угу. Вот эти ламеллярные рукавицы. Ну, не потому, что там они плохие или что. Они мне просто не нравятся. Не нравятся. Они хорошие рукавицы. Но они мне не нравятся. Вид их не нравится. Так, вот щит. Вот это мы тоже сбросим, значит. Ну, тут все осталось. Норские щиты. Вот еще ламеллярные рукавицы. Угу. Сюда мы скинем. Ну и все, и все, и все. Это все для этих самых, для тяжелой пехоты. Все тут есть у нас. Надо бы, наверное, сделать тяжелой пехоты себе, значит. Да, вот эти сараницкие тоже отдадим. Вместо них бросим вот эту лошадь. Все. Не, вот перчатки. Перчатки, а вместо, значит, это самое. Да, вот так вот. Вот так вот. Так, назад, неважно, готово. Не все, мы это в Шаризе продадим на рыночной площади торговцу доспехами уже. Уже доспехами. Угу. Ну вот так вот все это. Так, получим 3600. Назад, вернуться назад. Угу. Уйдем в лагерь. И походный арсенал. Здесь надо все-таки набрать какой-то это самое. Еды у нас там вроде есть какая-то еда, и мы ее возьмем. Мед, рыба, что-нибудь еще, колбаса, например. Так, значит, инструменты. Инструменты у нас здесь есть. Вот. Да, я там какую-то книжку читал или не читал. Да, я ее прочитал. Значит, и книжку эту. Метод механических теорем. Вот это вот я возьму. Буду читать. Бархат я заберу вот этот вот отсюда.
Значит, ну и так, тут, в общем, все пока что. На. А, и пшеницу вот эту заберу. Так мы несколько освободили места здесь у нас. Это все я сейчас кину в замке в этот самый. Продолжить путешествие. Я не знаю, где там я буду ложить. Ну, сейчас зайду в замок, посмотрим. Может быть, в сундуке. Да, скорее всего, в сундуке. Вот у нас есть тут три бархата, три книжка и это все. Так, назад. Угу. Уходим. Уйти. Я сейчас зайду в лагерь и буду читать книжку. Так. Предпринять действия. Ага. Выбрать книгу для чтения. Метод механических теорем. Продолжить. И предпринять действия. Назначить лучшего из ваших воинов своих телохранителем. Все. Продолжить путешествие. У нас будет еще один командир отряда. Это нам очень пригодится, конечно. Командир отряда нам нужны. Все. Готово. Уйти. Угу. И что тут у нас? Эмирбилия. Огромная армия. Я сохранюсь на всякий случай и попробую посмотреть, что это за огромная армия. Ну да, армия здесь не маленькая. Угу. Их тут много. Очень много. В общем, я мог бы с ними сразиться. В деревне. Ну-ка, я вернулся. Посмотрю, что у меня там с гарнизоном. Есть ли у меня вегирские меткие лучники. У меня есть вегирские меткие лучники. И их 53 человека. Я могу оставить, конечно, всю пехоту и набрать 10 оружеборцев, копьеносцев, вегирских метких лучников. И попробовать с ними в деревне прям сразиться. Угу. Это было бы, конечно, интересно. Так, ну, так, наверное, сделаю. Благородный гвардеец. Хотя нет, не буду этого делать. Пусть лучше они грабят Дебань. Угу. Ну так, я решил, пусть лучше они грабят Дебань. Я подожду, пока они грабят Дебань, потом разобью их по частям. Или же они осадят, значит, этот самый. Так, Матильд. Заберем Матильд и поговорим с ней. Уйти, отряд и Матильд. Что у нас там с Матильд? Матильд, говорить. Расскажи о своих навыках. Матильд 36 уровня. Отлично. Ну какое у меня низкое владение оружием. Неважно. В принципе, я уже могу начинать это самое. Могу начинать с Елена. Но они уже все за 30 уровень. Готово. И мы будем, значит, сортировать защитников, где мы, значит, Мательт. В самый верх. Теперь в самый верх мы отправим Елену. А потом Алаена. Вот так вот. Все-таки она уже так. Ага. 36 уровень, здоровье 50, готово. Так, значит, сортировать защитников. Посмотрим на Алоена. Алоен у нас 31 уровня. Ну, значит, где-то 33 уровня у нас Елена. В принципе, мы можем уже вполне начинать даже строить свое королевство. Так. Угу.
Ну, значит, я доберусь сейчас, наверное, конницей управлять гарнизоном. И кто у меня тут есть, какая у меня конница есть? Защитница, Нурский, Карахиргиты. Ну, пусть пока Карахиргиты поотдыхают. Тяжелый латник. Конные воины у меня здесь есть. Ага, тоже неплохо. Конные арбалетчики. Нурские, свадийские тяжелые пехотинцы, свадийские тяжелые мечники. Насмотрщики, это гвардейцы дальнего круга, это уже те, кто будет прокачиваться. Значит, нам надо взять. А, еще людоловы есть. Не, людолова надо поберечь, поэтому мы возьмем, значит. Где они есть? Возьмем иконных воинов. Вот они, 20 человек. Так, иконных арбалетчиков 50. Вот и все. Все. И вот с этой армией мы будем, значит, уйти. Ждать, пока они разграбят деревню. Скорее всего, я поеду сейчас ограблю их деревню. Какую-нибудь метнут, пусть они попробуют, значит, погоняться за мной. Или Хаваху. Да. Но я думаю, что они настроились создать шарис. Посмотрим, как они с этим делом справятся, потому что это не так просто, как они думают. Да. Ну все это будет уже в следующем видео, да. А пока все.